Курские волейболистки открыли новый сезон двумя домашними играми с иркутской «Фортуной». Удача оказалась изменчивой. В первом матче она улыбнулась хозяйкам, а вот в ответной встрече от них отвернулась. Первый матч серии из двух игр курские девушки провели легко. Соперник попытался сопротивляться во втором сете, но остановить политех не смог. Сказалась подготовка к матчам с «Фортуной». Мы знаем же команду Иркутска как команда очень защитная. Они очень быстро играют, в защите играют. Поэтому основная задача была выбить подачи, не дать им играть быструю игру. Мы с этим, в общем-то, справились, потому что очень много мы очков с подачи выиграли. Сумели настроиться на матч и сами девушки. Мы знали, что противник будет непростой. Девчонки активны, игра у них общая хорошая. Конечно, волновались немножко, потому что первый тур, но старались сразу не расслабиться и чтобы так пойти уверенно. Однако настрой на вторую игру сохранить не удалось. В воскресенье повторился прошлогодний сценарий, когда политех выиграл у Иркутска только одну домашнюю встречу. Ответный поединок протекал непросто. Из 4 сетов курянки выиграли всего один. Следующие матчи наши девушки проведут 11-12 октября на Дальнем Востоке против Владивостокской «Приморочки». 18 и 19 октября политех на домашнем паркете примет «Спарту» из Нижнего Новгорода. Кристина Кононова, Тарас Степаненко, Вера Сазонова, Сергей Дорохов, телеканал «Сейм».